Свой 60-летний юбилей Заречный встретит в ярких красках. Работники комбината благоустройства в этом году высадили на городские клумбы более 30 тысяч растений. Особое внимание уделили украшению самого большого зареченского цветника. В этом году мы решили использовать, во-первых, цветовое решение у нас идет в красных оттенках, в розовых тонах, с дополнением на белых фонах. Ну, так решили к Дню города сделать яркий акцент к сердцу нашего города и сделать его сердцем города. На то, чтобы оформить центральную клумбу Заречного, работникам комбината благоустройства понадобилось несколько дней. В самом центре высажены туи. Их окружает яркая цветочная поляна. Цветы в этом году используются в основном бегония, так как мы хотим сохранить цветение до праздника, а она, как более из подходящих цветов, это цветение как раз нам и предоставит. Вообще, по проекту планировались до туи, но они немножко побольше, но так получилось, что нет. Туи, да, останутся. На следующий год планируется на постоянными. Сейчас это временный вариант. Они будут расти под стрижку, то есть высоты большой они не достигнут, но хочется, чтобы вертикально немножко подъем был, ярусность, придать клумбе ярусность. Все цветы высаживались строго по схеме, разработанной ландшафтным дизайнером. Рабочие старательно следили за тем, чтобы каждое растение прижилось и радовало глаз горожан. Посадить с душой надо, тогда все получится. Технологии всегда одинаковые. Сначала пашется земля, потом создаются эскизы. Это уже делает архитектор. Наносит его на участок, рассказывает, что где. А дальше уже работа за нами. Эти старания зареченцы уже оценили по достоинству. Многие горожане, прогуливаясь по улицам, останавливаются, чтобы внимательно разглядеть результаты труда цветочных дел мастеров. Мне все нравится. Хорошо, работают люди, заботятся. Цветы, они хорошие, петуни-то, все это хорошо они делают. Петуни много, ну пусть любые цветы, есть цветы. Красивые вообще, и город вообще красивый, зеленый. Очень-очень красивый здесь, чистый, красивый город. Мне нравится. В юбилейный год яркие клумбы будут украшать Заречный вплоть до наступления осенних холодов. Ведь все растения специально подбирались таким образом, чтобы после окончания цветения одних распускались другие. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».